Якутская лайка. С гордостью представляем результат больших трудов и энтузиазма одной из самых редких отечественных пород – якутскую лайку. Уже 8000 лет назад давние предки якутской лайки веками служили человеку на крайнем севере за полярным кругом, даже в Арктике собаки. В суровых условиях помогали людям перевозить грузы и охотиться, а также сторожили стоянки. Эта порода собак единственная в мире, способна жить и работать при температуре минус 60-70 градусов. Якутские лайки – марафонцы в мире собак. Они не показывают рекордной скорости, но зато тянут упряжку 8 часов в сутки. Это то, на что многие скоростные породы просто не способны. Якутская лайка крепкая, компактная, с хорошо развитой мускулатурой и гармоничным телосложением, с объемной грудной клеткой собака. Она имеет живой ум и покладистый характер. Очень сообразительна и любознательна, поэтому хорошо обучается и дрессируется. Породы охотничьих лаек были созданы в таежной зоне Евразии для промысловой охоты на пушного зверя, пернатую дичь, крупных копытных и хищников.